Я снова всех приветствую, друзья, с вами Холодильник. Сегодня снова команда А и снова Escape from Tarkov. Продолжим последний ролик, в котором я работал в паре с моим другом-товарищем Стеослайсером на локации Лес, и опять я буду использовать ВСС. Сегодня вас ждет всего два рейда, но они весьма насыщенные и можно кое-чему поучиться. Конечно, в одном моменте я не слегка погорячился, поэтому сразу же принесу извинения перед теми, кого, быть может, я задел. Ну а пока, друзья, приятного вам просмотра. Ниже. А, это пригласил. Все, минус? Да, снял дикого. Хорошо, хорошо. Опа, по мне летит. Откуда? Не видел? Вижу, как бот работает. А откуда по тебе сейчас летело? А, я не понял слушателя, походу. Ну, это да. Да, летело, думаю, со стороны берега или со стороны... Или от начала... Блядь, топор! Отойди! Блядь, я обосрался. Отойди, я же говорю, отходи от него, я его принимал. Он меня дефендер, он по дефендеру меня убил. Слышь, все, короче. О, бог ты мой, да, топоры? Я чуть инфаркт не словил. Слышь, не носись там, мне кажется, что он в спине где-то у нас. По мне по голове, короче, попали. У меня есть ощущение, что пацан сейчас... Вдоль гряды идет кто-то. Это бот. Это бот, да. Ты трассирующими, что ли, палишь? Ну да? Я не знаю, нет. У тебя трассирующие заряжены. Это мерзкий патрон с бронебойной пулей. Так, давай вычислять. Ты убивал болтов наверху? Нет. Тут нет, я же тебе говорю, это уже поработали. Поэтому я сначала подумал, что это на КПП воюет. То есть, четко война была с этой стороны. Ну, если это он, допустим, забрался на второй камень. Ну там есть пару прострелов, но все равно не так хорошо видно. То есть, возможно, все-таки несколько их. Блядь! Сука! В кусту сидит, блядь! Как он? Короче, камень, знаешь, как в лес-то заходишь, там есть кустик такой. Лол-томат, блядь. Блюдок. Пиздец. Че, без глушителя так? А я еще слышу, вроде куст или не куст. И он как давай очередь в меня, блядь, я аж нахуй вздрогнул, блядь, начал вертеться как там, хотя мог просто нахуй прицелиться и стрелять. Подожди, который ближе к этому, к... Справа от бревен камень такой торчит, как только в лес входишь, и перед ним кустик есть, то он в нем. То есть я был за камнем, за этим, со стороны леса. Я вижу твой труп. А он чисто в кусту сидит. Я понял. Прострели его. Просто может сейчас лежать и лутать твой труп. Я просто все пули сейчас уйду. Так это не в кусту. Я далеко от куста. Господи, так умереть. Наш бесит. В тиме играют. Вот хочешь прикол? Вот не вижу его. Он чисто в кусту. Прям такой густой куст. Yep. Я его самого даже не видел. Чисто кончик ствола и вспышки. Не просто знаешь, что он воздуха. Ты постреляй, вот куст, он знаешь, как ты ведешь? По нему работают. Слышь? По нему работают. Да, вижу его. Он от одного куста во второй, короче, побежал. Все, кончил его. По нему работали. То есть он это... Вот и я
Второго принял. Калаш. Голый, голый, в каске и с калашом. Слышишь, это может этот? Снайпер хренов? Не. КМС. КМС у него. Так. Ты за камнем, да? Ага. Угу. Слышишь, в спине на этом. Да, да. Разве не спереди? Не. В спине тоже. Ой, ни хрена, ни хрена. Откуда это? Уйди, откуда, уйди, откуда? Уйди. Вообще трассеры просто прилетели. Уйди. Я не понял, спереди или за? Скорее всего спереди. Тут назад бежишь, ты норм, да, я видел. Слышишь, глянь место, где нычка там. Не, нычка за этим, за снайперским камнем. Я снайпер. Да, я вижу. Что, как дела там? Весь в обвесах, в обскоре, с тризипом. Чувак, да? Походу с Рсасом, да. В смысле, по тебе работал этот? Тебе не, помню, что другой. А, еще один? Не, понял, а я видел с Рсасом. Угу. Ясно. Я чуть-чуть отработал. Уходи. Ну, не там, уходи. За камнем. Пускай вылазит. Пускай вылазит. А, либо наверх полезут, либо полезет с левой стороны. Я буду принимать. Пойду правее, я тоже увижу. А вот левее я не увижу. Так, немножко выше поднимаюсь. Так, ну это интересней, конечно, это интересней. Но тем не менее, Саня должен быть в этом сейве. Пускай власть. То есть он сидел четко в той точке, да? Не, он пошел ко мне вдоль забора. А. Я его отработал, да, он назад. Угу, ясно. То есть туда к поваленному дереву. Так, ну хорошо. Хорошо. Пытаются отработать. Да, да, слышу, слышу, слышу. Сейфся, сейфся. Где-то от поваленного, где-то от поваленного. Мне кажется, они уже дорогу перебежали. Я не вижу их. Я бегу назад, сейчас, наверное, на холм поднимусь. Да, поднимайся на холм. На себя вытягивай. Они не знают, сколько нас. Дорогу не перебегали. Меня сняли. Чё? Просто с пули. Пиздец, блядь. Ты где сейчас? Хард. Приписка хард. Где умер? Перед джипом. Одного бира снял, а кого я снял? А, перед джипом, который выход, да? Вижу. Я одного бира снял. Подожди, мы убивали чувака перед этим? Нет. Походу я одного из них убил. Слышишь? Я только что увидел на камне. Блин, да что за... Короче, увидел на камне, делаю юстировку 100 метров, в итоге он, короче, передвигается, уходит за дерево. Я тут же стараюсь его увидеть. И он в это время, короче, переходит за другую сторону, ну и все, в общем. Так. Короче, я одного из них снял, походу. Понял. Который был с обскором. Ну, на этом, на... Ну, Хаммер, он вообще, блин... Я сам вообще ничего не вижу. Так, значит, ты на джипе, да? А, вижу. Перед ним. Вижу твой труд, да. Хорошо. Будем ловить. Что, только еще не будто он так аккуратно прицелился и не прям был. Хотя я в обскуре. Твою мать! Высадил столько патронов, и все равно уже скотина. Короче, он подбежал к этому камню, который перед бревнами. Угу. Дождался бы, когда он к трупу побежал. Так удобно было стрелять. Он близко был. Угу. Я зажал. Нихера. Нихера. Не, о чем дело? Это не тот парень.
Там был еще один. Их трое. Так, минус один. Он не понял, кстати, откуда стреляют. Ну и отлично. Он такой, знаешь, короче, вот тут, ну, сел за камень этот и палит в сторону гряды. Ну, четко, я так еще этот встал. Думаю, одиночкой. Там истеровку сделать, одиночки палить. Думаю, хер с ним зажал. Просто 20. 20 из 20. Вопрос номер 2. Где еще один? Не, у меня может быть паранойя. У тебя паранойя — это нормально в Таркове, но... Мне кажется, их тройка была. О, слышу, как работает. Где-то со стороны лицепилки. Вижу его. Опа. И все. И нету. Спалился. Пошел бота валить. Вот, прикинь. Короче, рассказываю Рофу. Он поднялся со стороны этих трех времянок. И просто на картах идет, короче, и стреляет с КС по боту. Ну, то есть, ну, боком ко мне. Ну, я понял. Беспалевный парень. Это точно? Ну, это был третий. Я его видел на холме, ну, на этом, на камнях. Я видел чувака в каске, голова, и на этом. Там залутыш его вскоре и с трезипом должен лежать за вторым снайпером, вот с третьим снайперским. Я надеюсь, что сейчас не будет бага, и он именно там и будет лежать, потому что бывает такой баг, что... У меня сейчас не будет челобота, который будет его уже лутать. Не, просто может случиться так, что этот, что... А, ну да, да, да. Это багануло, багануло, да, и у тебя показывает, допустим, с прошлого рейда. Правда, я честно, я не знаю, как эта система там работает сейчас, но... Есть у меня ощущение, что она именно так и работает. Вон он. Еще один, еще один. Четверо, походу, слышишь? Все. Приехал парень. Но этот уже какой-то такой, не такой. Он шел по холму. По снайперскому, да? Ну, вот этот, который перед снайперским камнем. Он шел. Потом что-то начал осматриваться. Я по нему зажал. Он не услышал, подкуда. Начал что-то бегать туда-сюда. А потом тупо на месте начал вертеться и смотреть откуда. То есть, ну опять вот не видел, откуда стрелять. То есть, вау, вообще походу имба. Есть вопрос. Если это с той самой команды, то как я сейчас в открытую пробежал к тебе, тебя разлутал, и он меня не заметил? Вот такую. Так, как ты говорил, тебя хард убил, да? Да, хард какой. Первый хард. Вот, чувак хард. Четверка, походу. Там приписка хард. Да. Походу, четверка. Че, все может хард? Может быть... Ну, сейчас будем смотреть. Может быть, кстати, парень, который... Этот, который СКСник.
Ну блин, он чертовски похож на того СКСника, которого я видел на камнях. Он очень, вот реально, вот голый СКС, шлем и черная броня. И больше ничего, даже, по-моему, разгрузки нету на нем. То есть вот я видел такого парня, и я его тут убил. Если это такой клан, распускать. Херам распускать. Отвечаю. Хард, да. Это который... Это, короче, который... Походу тебя все-таки этот парень убил. Он тебя пошел рашить. Да, очень похоже, что этот пошел тебя рашить. Это первый, короче, который сдох среди их. Они в ангарах были, кстати. Вот это интересно. Так, будем надеяться, что меня сейчас не прилетит. О, СВ! Нашел СВшку. Все, у меня праздник. На ком-то из них? Да, в этом, в рюкзаке этот. Ну, СВшка, которая, знаешь, типа... А, резнулась, да. Намечен. Да. Так, ладно. Того парня я вряд ли разлутаю. Ну, которого ты убил. Ну, я туда подойду уже последним. Потому что... Ну, там все самое ценное. Там скоро, вроде как, реминг. Да, его, скорее всего, разлутали. И есть вероятность, что я пойду просто искать это. Но у меня дофига хабара. Я тебя, кстати, разлутал. Нормально. Да, спасибо. Слышишь? Отвечаю, это эти парни. Это четвертый хард. Просто дай хард. Вообще капец. Ты 4 хардов убил. Троих. А, троих? Ты одного забрал. Четвертого. Все просто. А, я одного не понимаю. Я на заводе с ботами играю. Я вышел на завод. И тут никого. Вообще нет чувака. Я все рисую прошел. Ты знаешь, такое же бывает. Типа... А, вот, нашел одного топора. Я не один. Я с топорами. Так, ну, вот этот замес можно будет уже кинуть на этот. На ролик. Достойно, достойно. Ну, у них какая-то работа, ну нихера вообще. Не слаженная. Вообще ни о чем. Слышишь? Да, разлутанный. Которого я убил? Да, сейчас гляну даже. Он так возле камешка лежит, да? Даже, ну, перед ним. Ну, за камнем. За камнем, то есть снайперским. Налигос. Беру. Бля. Кто такая? Вот я не понимаю, как работает. Я нашел. Ближайший куст просто. Ближайший куст. Все. Fast MT, Remington. Спасибо. Да? Это как его? Я появился на заводе, да? Я его весь обижал. Никого абсолютно нет. Уже 5 минут прошло от рейда, да? Вижу, какой-то топорист поднимается на поинтовой лестнице в кишку. Я его убил. И с моего респа идет просто тима из 4 залутанных. Твою мать, что за бред? Почему их так поздно кинул? Это я не знаю. Личка это. Все, Fast MT, спасибо, ребята. Это все самое ценное. Спасибо всегда. За игру. Да, SPS, ребята, GGVP, Remington, One Love, все дела. Да, друзья, выбирайте правильные точки для хранения вашего лута, иначе кому-то иному достанется ваш хабар. Надеюсь, ролик вам понравился, и если это так, то не забудьте его оценить. Если вы дальше хотите узнавать интересные новости и подробности по игре Escape from Tarkov, приходите на интересные стримы и смотреть интересные видео, подписывайтесь на нас. Благодарю всех за внимание и на сим с вами прощаюсь. Всего вам лучшего, до скорых встреч и пока!